Значит, огромное количество, то, что вот я сталкивался при освобождении изгнания бесов, там и вообще имеют людей огромное количество в нашем обществе, имеют проблемы с отверженностью родителями. Это может происходить на раннем этапе, когда еще ребенок в чреве матери находится, если его кто-то из, значит, родителей очень не желает. То есть какие-то это проклятия в школе наших детей проклинают. Они решают, какие они, хорошие или плохие. Слушайте, я вот вообще в школе получил тяжелейшие травмы, психологические там и так далее. То есть, ну, я вот ненавидел никогда математику, геометрию, я гуманитарный очень любил, там спорт и гуманитарный. Ну вот хоть ты там что делай, я не заставишь меня эту математику и так далее учить. Там, понимаешь, я там всю ночь в туалете, меня мама запирала, точнее, я сам запирался в туалете и сидел всю ночь, чтобы не учить математику, и все, я спал в туалете всю ночь там. Вот, но я не делал ее. Вот, то есть учителя проклинали меня жестко, там, и, значит, я много случаев знаю. Это конкретно проклятие. Когда твоих детей начинают там какие-то в рамки засовывать, вот он там достойный какой-то, недостойный там, тому подобное. Это на разных уровнях жизни нашего общества мы везде получаем поэтапные проклятия. Понимаете, какая история? Вот. Это определенная форма тоже, в том числе и отверженности. Сначала нас могут во чреве ребенка проклясть. Вот у меня отец меня не хотел. А это знаю, он сам мне говорил. Значит, я уже рос, как бы, понимаете, бес уже какую-то определенную обиду дает. То есть ты уже растешь с ощущением нехватки любви, что ли. Когда происходит дальше этап. Родители, вот у меня, ну, пример такой. У меня прилетал ко мне вот с этой проблемой один там бывший друг там детства, там, значит, с Питера, все вас. И он, я докопался, откуда у него ноги растут, оказывается, ну, причине, откуда у него бес. Он в детстве просто, его на улице... Он подрался, получил там, хорошо, он пришел в крови, а его так родители так типа, ой, что ты там это самое, там, вот так вот отнеслись, как бы так нехорошо. Ему очень обидно стало, и такой дух на него опустился, он говорит, я просто, мне так плохо стало, что родителям наплевать, что я вот мальчишкой там вот таким, да, там маленьким получил там, вот. То есть входит бес, дух отверженности, то есть дух, который тебя на всю жизнь может сделать неполноценным по твоему состоянию. Ты как бы неполноценным себя везде ощущаешь, как бы, что тебя унижают, не дают тебе любви, тебя не ценят, ты никому не нужен. Вот это вот чувство. И этот демон отверженности, он потом открывает двери. Для кого, как вы думаете? Дух самоубийства. В том числе. Да. Например, понимаете? То есть, есть бесы, предверники. Они, как дух отверженности, они открывают двери для других бесов, которые большую власть и силу несут там разрушить твою жизнь. Вот. Ну вот одна, да, один из примеров, это что дух самоубийства приходит там, когда дух отверженности, когда у тебя потом в семье ничего не складывается. Тебе там кажется, что тебя гнобят там те, кто рядом с тобой, там тебе там, кто-то из супругов там тебе не дает там должного внимания, хотя, там ни ласки, ни любви, хотя оно может и так по факту быть, но может и не быть. То есть человек может просто постоянно ходить, ну что такое, ну почему меня там вообще... Значит, я в этом мире как этот самый, все меня только обижают, все меня там стараются. Через это приходит там гордость большая, то есть тебе кажется, что все на тебя там только пальцем и тычут, ты вот какой-то там урод или там такой-сякой. То есть, ну, понимаете, из-за этого накручивается там целый ком, там, который приводит к такому большой проблемам там семейной жизни, там вообще в любых формах там семьи, социального там статуса, социальной сферы, там, значит, на работе, соответственно, и так далее. То есть это если не этого духа не избавиться, это на всю жизнь будет проклятие. То есть в первую очередь это в семье будет проявляться, однозначно. Там, да, то есть это нужно освобождение, это нужно 100% там, изгнание. Сейчас не буду перечислять, это вообще серьезная проблема, особенно нашего общества, потому что у нас по максимуму нас проклинали, и наших детей. Я лично в школе пережил, там вообще там позорище, меня учителя там унижали, перед классом указкой могла ударить, там меня советская такая баба там была, вот, то есть мне было очень стыдно, там мне там это, значит, в военном городке, где мы жили, там отец, когда нас бросил, 3 года мне было, и как бы в военном городке мама была очень красивая женщина, вояки к ней приставали, это был очень маленький, закрытого плана там под колючей проволокой городок, и к ней там докапывались, она там отсекала, ну, не знаю, по разным причинам, в общем, она, да, там отца нету, и нас начали там во всех тяжких там скидывать, на нас все тяжкие, коляску украли, приходит, орет, это ваш сын украл, то есть за нее заступиться некому, все семьи гарнизона там, у них есть мужики, да, там, а мать одна, там, да, там, на нее, на меня, там, клеветали, коляску украл, еще что-то, я помню, эти крики в детской, там, я там вообще был, там, в шоке, там, помню, даже кино, которое шло тогда по телевизору, там, ну, в общем, ну, «4 мушкетера», по-моему, там, что-то такое, ну, вот. И, то есть, мне это все очень откладывало отпечаток, да, такое, там, значит, поэтому дух отверженности, это, да, это очень серьезная проблема, которая может исковеркать всю жизнь, на самом деле, всю жизнь, в разных сферах, в разных областях, ну, а
сами понимаете, когда отверженность, то есть это депрессия частая накатывает, там, это может привести к болезням там, разного характера, там, там желудок, там, да, нервы у нас, вот эти обиды, там, эти, они поражают. Каждый как бы, орган ответственен за определенную духовную там, сферу, допустим, там, за гнев там, отвечает, если ты гневливый человек, у тебя там, печень будет. Там, ну, то есть это, есть там такие разделы, которые нам позволяют понимать прекрасно, что если я вот имею такие-то да, там, черты у себя, там, то у меня будет страдать от этого там, какие-то органы там, конкретно в моем теле. Вот. А поэтому это такая очень разноплановый момент. Поражают эти бесы много сфер, да.